Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга едва не началось рассмотрение иска Анатолия Марчевского, ныне простого депутата законодательного собрания Свердловской области, к уволившему его с поста директора Екатеринбургского цирка Росгосцирку. О восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Моральный вред, кстати, оценил в 1 рубль человек, которого свергли административным ударом из Москвы, после того, как он четверть века приводил цирк столицы Урала к новым и новым высотам и достижениям на зависть коллегам, ну и, видимо, руководству тоже. Серьезно ошибаются те, которые думают, что я за кресло свое сражаюсь. Я хочу, чтобы Екатеринбургский цирк по-прежнему оставался цирком социально направленным, чтобы была поддержка и чтобы всегда он, как и в прежние времена, приносил радость. Поэтому у меня других задач нет, понимаете. Я хочу, чтобы была хорошая, правильная, достойная смена, чтобы сохранялись традиции. Росгосцирк, увольняя Марчевского, вменил ему неоднократные грубые нарушения трудовых обязанностей. Тот, в свою очередь, считает поводы надуманными. Все, что сделано, говорит, это не нарушение, готов по каждому пункту в суде отстаивать свою правоту. Вот только выяснилось, что Москва не готова. Ну, в смысле, юристы Росгосцирка. Фактически исковое заявление поступило к нам в пятницу прошлой недели. Времени на подготовку письменно мотивированной позиции у нас фактически не было. Соответственно, она сейчас в стадии подготовки. Как только будет готова, мы надлежащим образом предоставим ее в суд и, соответственно, истцу. Так что сегодня дело не сдвинулось ни на миллиметр, а начнется это движение, вероятно, 17 апреля. По крайней мере, именно на эту дату назначено следующее заседание.